Всем привет! Вот сегодня решил достать из закрома, так сказать, вот из такого хранилища компьютер-сервис свои старые скины, которые я давно покупал, которые из контракта выпали, друзья. И решил вот напилить такие контракты топовые, годный такой контракт, не из синки, не из ширпа, а из годного такого, так сказать. Вот смотрите, 10 игл поношенная. Потом вот еще такой вот есть, после полевых испытаний стоит 103 рубля, это стоит 105 рублей. Видите, ну где-то ссылку я оставлю под видео, друзья. Где-то контракт общий этот получается на 450 рублей, друзья. Вот смотрите, вот такой контракт, ну такие скины, вот я уже все отсортировал. Вот смотрите, получается коллекция Гамма 2, то что может выпасть здесь после десерта директивы, может вот это все дальше выпасть, друзья. Я все-таки рассчитываю на какой-то годный контент, скин, дорогой скин, вот, дороже этого контракта, больше 450 рублей, друзья. Вот, смотрите, здесь получается коллекция призма, то, что может выпасть, вот, второй такой же, друзья, вот, Дюал Беретас, здесь, вот, смотрите, все дальше уже идет такое дорогое, не шир, не синька. Вот, вот это тоже у меня выпало с контракта, я делал контракт, видео есть на канале, друзья. Вот, смотрите, это тоже с контракта выпал один-единственный такой EMP-шка. И вот этот вот получается автомат Галиль перестрелка. Ссылку на каждую стоимость скина я оставлю под видео, друзья. Вот давайте сейчас посмотрим этот контракт, то что выпадет, мне очень интересно. Вот, друзья, и пробежимся с этим, как обычно. Посмотрим, как это все в игре будет выглядеть, друзья. Вот, давайте я таким образом добавлю все. А эти я вот два закину. Один 103, другой 105 рублей. После полевок, а это поношено. Очень жалко, так сказать, расставаться с такими скинами, друзья. Контракт, например, на 450 рублей. Я надеюсь, все-таки то, что выпадет что-то годное. Вот еще раз посмотрите, то, что может с этого выпасть. Вот. Видите, да? Дальше уже идут топовые скины, так сказать, дорогие, не дешевые. И вот такой получается у меня сегодня список скинов. Ну все, все, друзья, начнем. Все готовы, друзья. Раз, два, три. Охренеть, коллекция Гамма 2. Аук Сидмит. Он, походу, нереально дорогой, друзья. Новый предмет. Охренеть. Интересно посмотреть, какое качество, друзья. Очень интересно, друзья. Ну, давайте продолжим, друзья. Так, запись идет. Продолжить. После полевых испытаний засекреченная, друзья, редкость. Вот видите, аук Сидмит, да? Вот такого, смотрите, друзья, охренеть. Ни разу у меня такого не было, друзья. Аук Сидмит. Ну, не дешевый по-любому, но хотя бы дороже, чтоб пятихатки он стоил, друзья. Дороже 500 рублей, если будет стоить, значит уже контракт окупился, друзья. Вот, смотрите, играем по-крупному, так сказать. Ну, давайте, друзья, исторический момент, так сказать. Сколько дороже 500 рублей должен стоить. Охренеть, друзья, это просто охренеть, твою мать, полтора косаря. А, нет, 140 рублей. Что-то я ошибся. 0 в глазах приписался, друзья. 155 рублей, друзья. 155 рублей. Контракт не окупился. Минус 300 рублей, как минимум. Минус, друзья. Очередной раз. А выглядит красиво, но дорого. Ну ладно, что с ним? Давайте за спецназ его поставим. Пробежимся, друзья. Такая карта, бой насмерть. Да,
опять не окупился, друзья, качеством, подвело качество, друзья. Пишите комментарии, друзья, к видео, какие еще есть годные контракты, крафты. Потому что что-то у меня в последнее время одни просто минусы идут. Столько годных скинов отдал, 1500 рублей как минимум, а не окупился. Качество подвело, друзья. Качество влияет на цену. Вот. Так что я всегда покупаю прямо с завода все. Оставляю у себя в хранилище. Оно всегда растет в цене, друзья. А все остальное барахло только на крафты, на контракты. Так, это я его забыл, за кого я его поставил, за спецназ, по-моему, друзья. Вот он у меня, где он у меня там, так. А, вот он, друзья, вот он, вот он, вот он. Это выключено у меня. Так, где у меня все эти? А где, куда он, подло, пропал? Я не понял. А ты крыса какая, сепоск, сепок какой-то, так, типок, чипок. Так, вот, друзья, давайте куда-нибудь отойдем, покажу его, как он на F нажимает, друзья. Вот, видите, да, такой? Ну, выглядит красиво, конечно, сейчас прямо с завода он дороже стоит. Ну, здесь подвело качество на цену 155 рублей. Опять в минусе в контракте, в крафте. Ну, видите, такой вот он. Ауксидмит. Восемь минут до конца раунда, друзья. Где там? Так, опа. Ну, красиво как. Сразу видите, на 20 месте все видно. Ножом, когда от ножа быстрее сразу на первое место перемещается, так сказать. О. Ну, сегодня у меня вот на такой получается дверь закрыть, друзья. Ну, вот смотрите, на F нажимаем, друзья. Да, качество подвело. Получается, друзья. Контракт не окупился. Очень жаль. 9-10 топовых скинов дорогих, не дешевых, отдал на эту ерунду. Ну, может быть, добавить какие-то мелкие, вот эти вот, к этому добавить мелкие, к этому скину Оксидмиду. И скрафтить его, постараться, может, выбить какой-то другой годный, так сказать, постараюсь так сделать. Ну, напишите комментарии, какой к нему можно добавить дешевый шип, чтобы можно было скрафтить, так сказать, что-то годное. Вот. Что-то годное, друзья, нам скрафтить так. Вот. На сотом месте я уже. Ах ты, падла, а? Крыса какая. Big Egg this. Ну да, падла, крыса. Ладно, подожди. Опа, как вот этот лук мне нравится. Жалко продавать, но он, правда, дешевый. Его надо скрафтить, друзья. Просто скрафтить. Ах ты, падла какая, а? 10 лет тоже у него монетка, друзья. 10 лет у него монетка.
Да, неплохой это ул, конечно, я ничего не скажу. Он красивый, все, он точный с ним, конечно, да. Можно много набить, так сказать, фрагов, киллов, минусов, или как там правильно-то. Кто как обзывает, друг говоря, друзья. Кто-то там крутился. Ах ты, ах ты, ах ты, падла. Ах ты, крыса какая. Так, ладно, падла, подожди. У меня не настроение с крафта. Опа, опа, опа. Где у меня тут аук семьи, друзья? Ах ты, падла. 4 минуты на косарауна, друзья. 4 минуточки. Очередной крафт. Крафт неудачный. Достал такие свои из этого. Крыса. Так, ладно, где он? Где-то здесь был, по-моему. А, все, пришли его уже. Так, 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 так. 168 очков у меня, друзья. Я на 4-м месте. Вот такой вот, смотрите, на F нажимаю, друзья. Аук Сидмит. За 155 рублей на данный момент. То, что качество очень плохое у него. После полевок или как там, даже я не помню. Посмотрите. Ну, как красиво. Как красиво, как красиво. 3 минуты до конца раунда, друзья. Вот такой вот он на F. Аук Сидмит. Выпал 10 годного, так сказать, дропа скинов стоимостью общих скины 9 штук 10 450 с чем-то рублей, по-моему, там выпал вот такой за 155 рублей, друзья. Так, кто там, где там, что там, как там, кто там, где там, что там, как там, так. Ножикам быстрее бегать. Здесь кто-то шкуру тер, по-моему. А нет, никого нет. Видите, как они называют их. ФКшники стоят где-нибудь. Вот так, падло, сзади крыса очнулся. Ладно, падло, подожди, подожди. Где-то он там был. Это, по-моему, один был. Его. Это падло. Так, ладно. Ах ты, крыса какая. Так, ладно, падла, подожди, сейчас тебе устрою, так сказать. 188 очков у меня. Ну, видели, да, аук Сидмит, он с ним классно, конечно. Качество у него, соответственно, цена дешевле уже. Прямо с завода все надо покупать, цена всегда растет. А все остальное это барахло. На крафты, на контракты, на всякую ерунду. Все 9 секунд до конца раунда, друзья. Вот давайте рассмотрим. Вот этот еще на F нажимаем. Вот такой вот он. О. 155 рублей. Ах ты, падла. 37 секунд до конца раунда.
Где он? Ах ты. Да что ты, Павел, будешь делать? Я не там, так сказать, это 27 секунд до конца раунда. Поэтому надо сейчас сюда успеть, получается, забежать. Чтобы кого-то пришел 20 секунд до конца раунда. 20 секунд осталось, 20 секунд. 11 секунд. 11 секунд до конца раунда. 7. Ах ты, пана, 2 секунды, все, друзья. Ну, на сегодня это все. Всем спасибо, всем удачи, до свидания, пока.